Всем привет, ребят. Ну что, мы на основе, если это можно так назвать. Я снова уже уступила даже английскому серверу по силе, по всем прокачкам, по всему. Но ничего не сделаешь. Единственное, чего здесь больше, это самоцветов, но и то это до поры до времени. Так, у нас сегодня открылся кризис, и я решил вам записывать разные составчики, показывал вам состав с китайки, я там проходил героями соживами. Сейчас мы попробуем тут создать пачку для без доната, то есть выбрать каких-то определенных героев, да, они у меня на максимум прокачаны с 12 скиллами, но там не будет, например, того же самого Огнекрыла, мега топовых героев, будут стандартные. Вот возьмем вот такую вот бабульку с утеканием, рунами мы поставим ей, опять же, оживу. Смысла не вижу ставить что-то другое, кроме оживы. Почему? Потому что герои такие сливаются там очень часто. Есть там герои с ракушками, и они будут убиваться. Так, поставим вот так вот. Бабулька у нас будет, это раз. Фрейю смысла не вижу брать. Анубиса однозначно берем. Берем Анубиса вот такого вот с пактом. Да, 9-й пакт. Но я не знаю, какие у нас еще. Ну, нету смысла там что-то другое брать, потому что от него толку не будет. Можете взять бас, БВшку. Выживания, урона не будет хватать. Поэтому берем то, что у меня есть. Уроном ставим ему, естественно, воодушевление. Потому что я использовать Афину не буду. Так, такая вот сборка. Вторая. Есть. Дальше. Дальше однозначно берем стрелка. Стрелка мы берем. Какие у нас тут есть замедление? 9-е, стрелок разбросом. Берем священный огонь. Можно, кстати, сюда поставить рунки выживания. Но опять же, пока первый тест сделаем такой. Так, отлично, есть. На стрелка мы поставим вот так вот. Третий герой. Дальше, ну, без ворожая, естественно, никуда. Ворожай нужен, потому что мы без отхила тут не справимся. Посмотрим, можно ли обычным таким более-менее составом стандартным затащить. Так, что у нас есть по ворожаям? Так, каменка, утикаха, огненка. Попробуем такой вариант. Поставим воодушевление сюда. Так, надо только 8-е найти. По-моему, у меня на Афине 8-е должно быть. А, у меня тут даже 7-ки нету, 8-ок, ужас. Там у нас воодушки не продают сегодня. Не, к сожалению, воодушки сегодня нет. Сейчас еще на тыковке гляну, по-моему. Нету. Должно быть второе однозначно. Дала, а вот там она Анубиса одну поставили. Ладно, в принципе, так, тыковку мы берем. Где там наш ворожей? Добьем уже его. Опять ставим, чтобы был подхил все время. Опять воодушевление. Можно, в принципе, использовать с воодушевлением. Давайте другой вариант. Вот такой вот вариант. Водушка. А тут мы поставим просто живу. Смотрю на эти 5-е руны, аж страшно становится. Так. Есть. 4-й есть. Сейчас я их сразу пораставляю. Еще подумаем, кого возьмем с собой. Так, тыковка у нас есть. С
священным огнем мы использовали в прошлый раз. Так, ворожай собран. Огнекрыло мы убираем. Вместо огника. Кстати, ну что у меня тут собрано? Коммодора. Можно и коммодору будет поиспользовать. О, тут коммодора как раз собрана на максимальный дав. Попробуем ее, посмотрим, что получится. Так, ворожай тут. Анубис готов. Тыковку ставим. Вот такую вот. Только поменяем руну, чтобы она не сливалась. А, так. Ставим стрелка вместо этого друга. Так, ну что у нас? Бигфут еще есть. Для заморозки, в принципе, и Бигфут тоже нужен. Но можно поставить и Рину, можно поставить. Но мы поставим сейчас для первого теста хранителя вот такого вот. Так, хорошо. Хранитель Командора. У нас получается будут... Надо кого-то из зеленых поставить. Вместо красного ворожей, командора, а ну без тыква. Ну их тоже не уберешь. Тогда придется два зеленых ставить. Сейчас подумаем. Убрать командору. Поставим вместо командора. Сердцеедка не вариант. Хотя, в принципе, да, поставим сердцеедку и поставим еще. Так, сердцеедка, что у меня есть, с бастом, с разбросом поставим. Вариант сюда с бастом. Ставим оживу. Так, и поставим сюда седну. Так, у меня есть два варианта. Точнее, один вариант с двумя. Тут мы поставим воодушевление. Рона мы пока временно уберем. Так, окей, поехали. Чтобы у нас был как раз зеленый смотритель. Так, вот она так есть. Сердцеедка есть. Анубис есть. Еще тыковку надо дособирать. И, в принципе, можно бежать. Тыковку я со священным огнем уже здесь тестировал. Ставим тоже оживу. Можно, в принципе, попробовать поставить. Давайте восьмой психощит поставим. Ворожай должен отхиливать нормально. Так, и поставим. Вот так вот. Все, поехали. Нету. Странно, странно. Ну-ка. Раз, два, три. А, блин, у нас 3 на 3. Без ворожая. Можно, в принципе, без ворожая затащить, попробовать. Без Анубиса мы не справимся. Без тыквы тоже нет. Ладно, делаем эксперимент. Убираем ворожая. И ставим сюда. Еще кого-то из зеленой команды, чтобы у нас был именно зеленый смотритель. Но дерева смысла нету. Огник. Вариант Асурик. Попробуем Асурика. Так, какой у нас вариант? Либо Асура.
Малыша Ника сольют, думаю, очень быстро. Дрейк тоже. Поставим Командору. Так, окей. На Командору надо. Короче, вот так вот собирались мы. Сейчас, наверное, сольемся очень быстро. Так, Командора. Все, поехали. Зеленый смотритель есть. Такой вот состав у нас будет. Ну, у нас, в принципе, тут можно было бы и хранителя поставить, чтобы он давал баф для Анубиса и быстрее это все сливали. Но, думаю, у нас и так будет порочного пакта девятки хватать. Плюс сердцеедка. Самое главное, чтобы у нас не было много отражалок. Стрелок у нас будет делать свое, не подпускать. Отлично. Пока восьмая. Самое главное не попасть на ракушки, на жесткие отражалки. Потому что с отхила... Ну хотя у нас седна, в принципе, должна отхил тоже давать неплохо. Сейчас посмотрим. Плюс сердцеедка с разбросом. Ух ты. Так, 17-я, вот 18-я волна. Ну, сейчас Арктики нам напортачат. Ну, на ком-то посливались, и причем жестко посливались практически. Единственный вариант это... Ну, хотя мы собрали зеленого смотрителя. Выжили? Выжили. 19-я волна. Отлично. Так, смотрим. Вот они, ведьмы были. Должны сейчас где-то вот скоро выйти. Скорее всего, мы таким составом, да. Ой, отлично. Анубис, конечно, супер справляется. Но посмотрите, как мы их расфигачили. Сердцеедка, блин. 578. Неплохо. Относительно неплохо. Так, вот такой вот у нас составчик. Ну, давайте попробуем перебить. Без ворожая. Командора, конечно, тоже вроде неплохо смотрится. Вот единственное, вот у нас спасает зеленый смотритель. Конечно, без доната не сможет восьмых воодушевлений найти рунами там и... Много разных нюансов и девятки прокачает, но плюс-минус. Можно, конечно же, Бигфута сюда взять. Бигфут будет тоже неплохо смотреться, но мы потеряем зеленого смотрителя. Анубиса убрать тоже смысла не особо вижу. Но сердцеедка мне тоже нравится здесь, неплохо-неплохо. Единственное, что чтобы она всегда была заряжена и сразу же включалась, вот это надо как-то решить. Можно, конечно, Афинку поставить. Так, отлично. Ну, по сути, без ворожая даже неплохо. 18-я волна опять. Так, 19-я, 20-я. Ну, Командора классно бьет. Так, опять 21-я. Блин, ну чуть-чуть мы не быстрее, получается, убиваем. Че, Анубиса у нас слили? Да ладно. Жесть. Ну, тут сейчас, я не знаю, если ведьмы первые ударят, либо стрелок не снимет энергию, все, сердцеедка. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вот это самая большая проблема. Это ведьмы, которые здесь вылазят.
Ну, видите, все. Предел пока. 485 даже меньше набрали. Но все равно неплохо. 578 пока таким составом. Рекорд. Попробуем собрать на следующий заходик другой составчик. Возможно, возьмем другого смотрителя, но туда придется ворожая ставить и с критом. С ворожаемым, думаю, будет поинтереснее, потому что он будет замедлять и отхил давать неплохой. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.